Вот так и было. 15 августа в 6 часов утра бригада Анатолия Савченко приняла смену. И вся магнитка ждала ее, юбилейную 200-миллионную тонну стали. Жарко нет огня. Мартену задан нормальный ровный ход. Жарко от необычности, от множества глаз. Все идет так, как всегда, только более четко, мастерски. Навык делает трудное легким. В этом и есть мастерство. Завалочная машина. А Иван Григорьевич Кричко – машинист такой же машины, только в 33-м году. Сегодня он почетный гость. Ах, как годы-то летят, будто бы совсем недавно была молодость и первая руда. Какую смену вырастили себе, и все им отдали, отлаженное производство, любовь к делу, опыт. И запоминают зарубежные гости их каждое слово. Ветераны. Они соединили своей жизнью сегодняшний день с первыми днями магнитки.
И вспоминается голос поэта. Слышите, грусть о металле льется по нашей стране. Стали, побольше бы стали, меди, железа вдвойне. Воплощенная мечта. Годы 30-е и 70-е нашего века. Короткий срок. Но после того, как было обнародовано, что выплавка будет на 4-й Мартеновской печи, конечно, завидовали товарищи. Многие даже говорили, что ты просто счастливчик, повезло тебе. Вот она, 200-миллионная, венчающая собой труд 3 поколений. Что такое 200 миллионов тонн? Это крупный социалистический город рядом с Магнитогорским Литовийским. А 300 миллионов – это резкое улучшение благосостояния Советского. И наши рабочие это хорошо понимают. И когда те задают вопрос, товарищ директор, когда же будут автомобили свободно продаваться или холодильники?
Им объясняешь, что и автомобиль, и холодильник делается из магнитогорского металла. Даешь 300-миллионную тонну стали. Магнитки свой календарь. Год, когда рука человека подняла из недр магнитной горы первую руду. Год, когда в степи встала первая палатка строителей. И еще один год, 70-й, есть 200 миллионов тонн стали.